Исәмсіз эфирда Баулы телевинесі студияда Индир Сайфуллина. Хүрмәтлі телевизор қараушылар, бүгін сіздің иқтибарға туған тіл күні оңайынан юақташылар тапшыруын тәқдим етебіз. Баулыдағы бірінші мектепнің Акытлар залында Ғабдулла Тоқай есіміндегі халықара шығыр оқушылар конкурсының район этабы өтті. Оның жеңушілері район данын Қозанға барып яқылаяшақ. Әлігі конкурс енді 9-шы тапқыр өткерілі. Бұйыланың темысы «Туған яғым ешіл бешік». Конкурсының сойлап алу этаплары мектеплерді өткен, район көлеміндегі конкурста 40-қа яқын оқушы қатнашты. Шипи, ты с ней не можешь.
Конкурста қатнашушылар арасында татар шағырларының шығырларын рус тіліне тәржімеді оқушылар да болды. Оларының шығышлары айырым бейеленді. Кто-то удачно придумал слова. Есть ли всего подходящее слово? Что-то зеленое в слове трава.
звонкое что-то в слове подковах. Можно лимон даже просто сказать, сразу же кисло во рту почему-то. Очень похоже сумели назвать каждое слово какое-то чудо. В бурю, наверное, крикнули гром, слово короче и громче. Найди-ка, отгрохотала гроза, и потом кто-то сказал с удивлением тихо. Чаще лесов и просторы полей, свежесть рассвета над озером Алым. Все, без чего не прожить на земле, родиной нежно с любовью назвали. Мама, однажды ребенок сказал, вот оно, самое первое слово. Каждый из нас, говорит, начинал и открывал это слово снова. Прости меня, любимый Боже, что плачу по пустякам, шалю бывает много тоже, и предаюсь тогда слезам. Прошу тебя о главном самом, перед тобой я слезы лью. Спаси, помилуй мою маму, отца и бабушку мою, а также дедушку, сестренку. Еще боюсь я страшных снов, прости меня, ведь я ребенок. Пускай кричит от жарких дров уюшек комнату на полу, когда проснусь на утро печь. И смотрю армию на полу, на завтрак нам блинов испечь. Тебя тогда, напившись чаю, как стану я благодарить. Пусть будет утром свет пепла и птички разные в саду. Пусть брат моя не тронет кукла, все будет. Прыскай, взвивайся, выси во тьме ночей. Вниз по лестнице камней бежит ручей. Камни спят, и дерева, и горы спят, но по влажным волнам спешат, бурлят. Слезы гор, то тихо жалобно журчат, то в рыданиях заходясь и грохочат. А когда забрежил свет в проемах луч и на падающую гору прянул луч, диво, взор его зажегся, как хрусталь, алой кровью озарились близ и даль. Так услышь и соловья мольбу в тиши, брось свой взгляд на тихий свет его души. Через горы долы прилетев домой, неужели он в краю родной и чужой? Помнит он чужбины солнца вдалеке, мухи, лишайники, озера в тростнике, свежий воздух, птичий звон летящий вдаль, вольный вой, погиряющий печаль. Переждав за морем зиму и мороз, песни странные с чужбины он принес. Снег, как листья, в крупных хлопьях с неба падает за ним. Ветер носится свирепой, буйной яростью коней. Как назло снег валит, пуще кружится метель. Каждый день стоит у входа, здесь старик слепой мечеть. Днем и вечером, зимою, летом, осенью, весной, со своей стоит сумой, предназначенной судьбой. Как не сжалится над горкой, горькой участью его. Протянитесь, нет, не рубль, а копеечку всего. Вам скажу я, было время, не одно знал жду, на меду и мёд несём, и на масле пьём еду. Старец этот, чтобы знали, был богатый человек, далеко гремела слава его власти прежних лет. Магазинам и владениям, и товарам нет числа, что душа не пожелает, жизнь к ногам его несла. Фаэтоны, кареты, тройки лучших лошадей, что за дохи, лесь и шубы, и тулупы, и ежи-едь. Как он был великолепен, любо-дорого взглянуть, наготу прикрыть сегодня, дать людям что-нибудь. Всех озареты, словно свитер, увелась вокруг него. О каких молитв волшебных не творили за него, поводя ушами чутко
рассмешили его прихотью любой. Как не жалиться над горькой, горькой участью его? Протяните! Нет, нет, не рубль, а копеечку всего. Нет друзей таких навеки, как богатстве у души. Где они, любимцы сердца, гайдуши и ахмыши? Пять раз на день, след намазу, он с протянутой рукой. Муха зрет туда не смотрит, где старик слепой. Что, неправда, как при деньгах, все вас любят, все друзья. А когда нет денег, делникам нет теперь. Жаркая погода, прыгнешь в речку, благодать. Люба мне нырять и плавать, воду головой бодать. Так играю, так ныряю час, а то и полтора. Ну, теперь я освежился, одеваться мне пора. Вышел на берег, оделся, всюду тихо, ни души. Пробирает страх в этой солнечной выши. На мостке, зачем не знаю, оглянулся я в тоске. Ведьма, ведьма водяная появилась на доске. Растрепавшиеся косы чешет ведьма над водой, а в руке ее сверкает яркий гребень золотой. Я стою, дрожа от страха, притаившись в дневнике, и слежу за чудным гребнем, что горит в ее руке. Водяная расчесала косы влажные свои. В реку прыгнула, нырнула, скрылась в глубине струи. Тихо на мостке схожу я, выйдя из листвы густой. Что это? Забыла ведьма чудный гребень золотой. Оглянулся пусто, глухо на реке, на берегу. Гребень хватит, и прямо к дому опрометью я бегу. Ну, лечу я, ног не чуя, ну, мчусь, как быстрый конь. Я покрыт холодным потом, я пылаю, как огонь. Посмотрел через плечо я, ай, беда, спасенья нет. Ведьма, ведьма водяная гонится за мной вслед. Не беги, кричит бесовка, погоди, воришка, стой. Ты зачем украл мой гребень, чудный гребень золотой? Я бегу, а ведьма следом, я бегу. Человека бы на помощь. Тихо, глухо все кругом. Через ямы, буераки, до села мы добрались. Тут на ведьму все собаки поднялись и завелись. Гав-гав-гав, не уставая, лают псы, щенки визжат. Испугалась водяная, поскорей бежит назад. Отдышался я, подумал, вот и минула беда. Водяная ведьма, гребня ты лишилась навсегда. В дом вошел. Мать, нашел я чудный гребень золотой. Дай попить. Бежал я быстро, торопился я домой. Золотой волшебный гребень принимает молча мать. А сама дрожит, боится, отчего нельзя понять. Солнце закатилось. Ладно, спать ложусь. День потух. И в избу вошел прохладный и сеной вечерний дух. Я лежу под одеялом, мне приятно, мне тепло. Стук да стук, стучится кто-то нам в оконное стекло. Лень мне кинуть одеяло, лень добраться до окна. Мать, услышав, задрожала, пробудилась ото сна. Кто стучит в такую темень? Убирайся, проходи. Что тебе приспело ночью? Пропадом ты пропади. Кто я? Ведьма водяная, где мой гребень золотой? Давеча стащил мой гребень твой сынок, воришка твой. Одеяло приоткрыл я, лунный луч блестит в окне. Ах, что станется со мной? Ах, куда податься мне? Стук да стук, уйди, бесовка, чтобы черт тебя унес. А вода, я слышу, бьется с длинных и седых волос. Видно, славной добычей мне владеть не суждено. Мать швырнула гребень ведьме и захлопнула окно. Мы избавились от ведьмы, но не в силах были спать. Ох, бронила же, бронила, ох, бронила меня мать. Вспоминая стук зловещий, я сгораю от стыда. И чужие трогать вещи перестал я навсегда. Икенче мектеп окуучусу Юлияна Тужилина туган як турында үзе иҗат иткән шигырьне укыды. Так красиво встретить здесь новый день.
голос птиц. Он и шумен, и душист. Каким лучистым небо рай, я выбираю родной. Конкурсының финал үлеші 15-17 апрель күндеріне Қозанда актерлар юрты сәхнесінде өтешек. Онда Баулы районыданын Тимур Асадуллин, Евелина Ахмадшахиева, Алсу Мирғалимова яқылайшак. Жейбек, я с.
кашкале. Казганаш халь, казганаш халь, бикаян, бикаян, бирсенеше бертиен, тенка туга бит, тиен. Хейсер, эй, тивинди сізге. Бу кіші бик бой еді. Ишкенлері болдан шекерден, ошлары тик мой еді. Бір заман тұтқан еді шүхреттері де данлары, бұсу қырқортыны қордан қан кірмен әстір қанлары. Ол кебіклер дейдер әйді, ол хисапсыз моллары. Қойсын алсам жұлсы қазір күлері, оллары. Ол тройкотлары, ол бик мотор фейтіндері, қойда түлкі тұрдылары, қойда ой қойтыңлары. Бик шәп еді. Олардыға не дейін? Шәрелерді көремсіз, берсені шәп бәткейім. Барша қазіретлері білер, бұл бабай мәфтүнләрі, қолмады бұл қардышын еш бір әйтінеген әсінләрі. Башларын салындырып, қам кәкірі бүкірі бұрбалап, ерділер бұл қар янында юрға қайдан юрғалап. Қайдан? Қой қалындегі жан сүйіклі ұслары, қойда қошқан башасы, ғайнуклері, ахмүшләрі. Қызғаныш қай, қызғаныш қай, бейік қайын, бейік қайын, берсәң үшіп бір дейін, тенкәп түгілбей, дейін. Беш намаз сайын, намаз ақына қол сұзып қала. Көрмей, қан қазірәт тек қарын көзін салады. Ә, шулай ма? Оқша барда, барда, дұз, барда, яр. Оқша есе, шық мүлдірсе, барда, яр. Только один день, 26 марта с 9 до 16 часов, в ДК «Минимуса Джалиля» состоится выставка продажи трикотажных изделий для всей семьи и домашнего текстиля. Приглашаем вас за покупками. Внимание! 27 марта с 11 до 15 часов в ДК «Минимуса Джалиля» Кировская обувная фабрика принимает любую обувь на ремонт. Полная замена низа обуви, замена подошвы, изменение фасона, формы, высоты, увеличение или уменьшение размера, а также мелкий ремонт. Ждем вас! Машины. Линия разметки на дороге – это грань, очень тонкая грань. Выезжая на встречную полосу, задумайтесь, не пересекаете ли вы грань жизни и смерти. Лобовое столкновение при выезде на встречную полосу – большая вероятность летального исхода. Құрметлі телевизор қараушылар, эфиріңіз уақыты озағына яқынлашты. Мен сіздің білен соғылашам. Исен, имин болыңыз.